В КФУ прошла лекция профессора университета Висконсина Мэдисона, которую посетили не только студенты Института международных отношений и востоковедения КФУ, но и профессорско-преподавательский состав. Прошедшая встреча с зарубежным специалистом стала новым источником актуальной информации, касающейся истории. В частности, тема лекции, которую он провел полностью на татарском языке, коснулась истории родного языка, Золотой Орды, литературы и истории ислама. О новых деталях разговора знали далеко не многие, и, как выяснилось, неспроста. У профессора есть собственные теории по многим направлениям, с которыми он работает долгие годы. Именно ими профессор с удовольствием поделился со всеми присутствующими. Свой неподдельный интерес и знания он готов передать молодым специалистам, студентам Казанского университета. Один из многих предметов, с которыми я интересуюсь, это история эпидемии в области в Евразии. История чумы, начиная с 6-го столетия и потом в средневековье, начиная с 14-го и даже в 19-м столетии есть. Это отдельный предмет, и для этого надо генетика, биология, история, археология. И для нового поколения, я думаю, что надо познакомиться с всем этим.